Всем привет! Сегодня будет первое включение плазменного телевизора Samsung. Я, конечно, сам охуел, но, во-первых, я болею. Я просто вышел в магазин, обошел, ну, буквально три помойки. Вот вон моя во дворе. На ней было вот это. Ну, увы, вы уже видите, что в смятку конкретно. Смотрите, как палец пролазит. Тут вообще пиздец. Но я хочу попробовать включить. Конечно, я знаю, что панель вообще не светить, не показывать, ничего не будет, но должен заработать звук. Потому что это все-таки не кинескоп. Я подключил к нему сразу кабельное и приставку цифрового ТВ. Индикация снизу. Поэтому я не знаю, как это попробовать поставить. Сейчас я... Короче, здесь должен быть светодиод, я поставил камеру. Сейчас я буду нажимать кнопку. 3, 2, 1. В помощном состоянии. Ограбление по-французски. Так уже прозвали новый стиль воров, которые обчищают виллы состоятельных людей на Лазурном берегу. Первой жертвой нового стиля стал футболист... Охуеть, она работает! Драгоценности... Релюхи щелкают. Что-то вроде, ну да, гудит. Она включается. Ну ни картинки, ни свечения, ничего вообще нет. Это естественно, это ж плазма. Обыденным. А знаете, я не удивлена. Во Франции кризис, а в Каннах вертится столько денег, что и преступники слетаются сюда, как мухи на мед. Ни один кинофестиваль в Кан... Так. Все. Во. Мы с тобой дома, друзья. Это уже цифровая приставка. Студент и преподаватель. Это разные вещи. Танюха, ты чё? Работает, смотрите. Майкл, я сейчас не Танюха. Вот динамик. А преподаватель Архипова Татьяна Николаевна, которая поставила двойку студентам... Короче, можно попробовать продать на запчасти.